На счету инженера-механика Петра Георгиевича Плеханова более 10 патентов. От автомобиля строения до приспособления для лепки пельменей. Талантливый изобретатель, талантлив во всем. Он руководит астрономической лабораторией и студенческим конструкторским бюро. Его ученики представляли свои проекты в Сколково. Сегодня Петр Георгиевич делится опытом с молодежью. Рассказывает, каким должен быть изобретатель. Смелость ума и время. То есть обязательно смелость ума охватывает, чтобы пытаться до конца довести, до конца время. Очень важно, у нас много таких открытий, которые опередили нас. Вовремя опубликовать. Такие встречи для областной научной библиотеки стали традицией, ведь именно здесь многие изобретатели работают над своими трудами, оформляют патенты. Библиографов не было сомнений при выборе гостя. Петр Георгиевич заражает энтузиазмом своих собеседников. С ним можно говорить очень долго и много. Он когда говорит о своих изобретениях, когда он говорит о астрономии, у него светятся глаза. Он просто заражает своей любовью к астрономии. Это человек, в общем-то, автор открытия, не только изобретений, но и двух открытий. Эта встреча подводит итог большому проекту библиотеки «Губерния в сердце России». Он посвящен 165-летию Самарской губернии и рассказывает о знаменательных событиях и талантливых людях. Валерия Макарова, Сергей Баскин. События.